Привет, с тобой Вадимос. Ты не знаешь, как попасть на тестовый сервер, в котором я сейчас играю? Так давай я тебе расскажу. Просто, пожалуйста, влепи лайк, подписочку, мне это очень приятно. И посмотри видосики, что тут будет на обнове, потому что эта пчелка уже вот она со мной летает. Поэтому это не кликбейт, и все будет чётенько. И максимально конкретно. Погнали! Как вы помните, друзья, это мой аккаунт для тестов всякий, Phoenix Beastwarm. Так вот, ты видишь, у тебя такая же штука. Ссылочки все будут в описании на игру, на группу. У тебя вот такая фигня, типа, вы не можете зайти, да? Так вам нужно просто отправить запрос и все, и ожидать. Как видишь, у меня запрос уже висит давно, я отправлял реально давно, тут будет у вас просто отправить запрос, типа request, что-то такое, и все. Это надо нажать, и все, и у вас должно быть так, cancel request, но не нажимайте это, потому что это отмена. Так вот, вам просто нужно дождаться, когда он примет, пока что он тестеров, видимо, не набирает, потому что 130 человек играет, и ему, походу, пока норм. Так вот. Все, получается. Теперь ты знаешь, как попасть на этот сервер. Надеюсь, что тебя примут. А сейчас я тебе быстренько расскажу, что еще выйдет в обнове Beastwarm. Ну, пока что. Конкретно не все, что выйдет, но тут очень много тестов переходит в основной Beastwarm. Поэтому внимательно смотри, если интересно. Как ты уже понял, очень много чего переходит с тестов на наш основной сервер, поэтому... Анет поменял, значит, у полей бусты. Это значит, у нас какие поля? Сейчас вам расскажу. Называется, получается, кактус. Там изменения были с бустами. Новые баллоны у нас, Golden Bubbles. Ну, это с помощью баллонов. То есть, это интересно узнать, что это вообще такое. На Pantry Forest поменяли. То есть, там теперь Blue Field Capacity. На розах Red Field Capacity. А на кактусе у нас, получается, что-то там интересное тоже было. Это главное сейчас тоже найти. Ну, короче, очень много уже на что сделал. Тут за пару буквально уже все понаходили. За пару часиков. Ну круто, реально. У пчелы моей вот этой вот новой. Много чего есть. Кстати, смотри, что интересно, вот она тоже добавила нам. Тест, лидерборд, Е-тест. Тест, и чё? Чё, типа мед добавляется или чё? А, 42. Нет, жаль, было прикольно. Вот ты чё, у меня рога на папе? Кстати, в основном без формы я не успел их на бейсмас оформить, поэтому вот... Так, нам надо, знаешь, что делать? Фармить. Потому что если ты фармишь, у тебя, возможно, появится вот этот вот самый золотой баллон. Он почему-то на видео на скриншоте был на спайдере, вот я сейчас тоже попробую, поэтому давай, как появится, я включусь. Знаешь, что я понял? Возможно, эти золотые баллоны активируются только если твоя пчела будет одарена, или же, она будет активироваться только когда ты заполнишь это вот все. Infinity Balance, тут Blue Balance, вот Golden Balance. Получается шанс to summon. Плюс 1% каждому уровню, 5%, друзья. Да, надо gifted, чтобы она была. Короче, если у вас будет gifted, золотые баллоны, и они, получается, нам будут что-то давать очень негодное. Я так смотрю. Да, они будут давать... Слушай, реально, что-то интересное будет давать. Поэтому вот. По-моему, сейчас есть информация, что она дает. Сейчас гляну, скажу тебе точно. А пока что вот то, что дают золотые баллоны, неизвестно. Но очень интересно это узнать, друзья, очень интересно это узнать. Поэтому вот. А Аннет у нас молодец, строит что-то новенькое, молодца, что сказать. На бамбук, кстати, Fields Wins, теперь 40 инстант бамбук Field и 150 бамбук более, ну, понял, да? Экстрабаф новый, там что-то он поменял, как всегда. Фух, ну, в общем, все. Теперь ты знаешь, как попасть на тесты, у подарочек, венок, точнее, этот, наш топовый. Теперь ты все понял, знаешь, надеюсь. Как говорится, благодарю за просмотр. Желаю тебе самого всего отличного. В фарме прекрасно. Смотри видосики, комментирую. Я всех лайкаю, все читаю. Если даже надо, отвечаю. Поэтому вот. Увидимся, когда увидимся. До новых встреч.